И бомбить сильно, когда начали, он как эпицентр. Там Дебальцево, там Саур-Могила, и мы получались как в эпицентре. Ну и дети, дошло до того, что дети начали писаться уже от бомбежек. И ночью, и днем, и утром, короче, постоянно. Все вещи, холодильники, телевизоры, куда же их возьмет. И так вот то, что одеться, даже свои зимние вещи я и забыла в попыхах в этих. Все детское в основном взяла и уехали. Что там, нам машинку подарили, глянь. Мы выехали, продала я поросенка. И вот это на эти деньги мы выехали. Пока снимали, ну, была возможность. А потом у меня зарплаты не хватало. Я сутками работала, зарплаты не хватало, чтобы оплатить жилплощадь, снять жилплощадь, оплатить. А потом я узнала за Ольгу Алексеевну. Да, тогда да. Уже люди чувствуют себя, ну, то есть, что они уже дома, они защищены. Я стянусь, я а так поесть, получается. Я найду что-то. А так получается. В крайнем случае. Нет. Ничего не сказал по этому поводу. Он не видел. Разводе. Ну, осталась вот эта только копия у меня, вот я ее храню. А там некуда возвращаться. Там дома уже нету. В прошлом году была калитка, хотя бы оставалась. Ну, а в этом остался только куст сирени. И собака там у соседа. Мама у меня 82 года. Честно, ностальгия не мучает. Я вам серьезно говорю. Я ездила туда, я ж ее езжу периодически, я проведываю, езжу. И это самое... Какое-то все чужое стало, как не родное. А кого не утомил? Конечно, всех уже утомил. Все это надоело уже. Гибнут дети, гибнут люди. О, вино не пиздец, зайди. О, ничего, не забыл. Сейчас. А как...